bir niyet ve eylem yapmalıyız ki kongrede bir bağ. Мы приближаемся к конгрессу, но все еще нет объединения всех товарищей. Какое намерение должно быть? Какие действия нужно совершить, чтобы прийти объединенными к конгрессу? Нам надо об этом думать все время, и что весь наш успех зависит от объединения, и что мы должны прийти к конгрессу с открытым сердцем для объединения. Это проблема, это задачка. Представьте себе, что мы находимся, не дай Бог, перед какой-то катастрофой. Ну вот подобно того, что вот было, скажем, у наших братьев в Турции. И мы можем предотвратить эту катастрофу, да, на всем земном шаре. Так, что вот эти вот землетрясения, как то, что было в Турции, что такое вот землетрясение может пройти по всему земному шару. Можете себе представить, что может произойти? Даже ученые говорят, что это должно произойти. Это уже должно было произойти несколько раз, но почему-то этого еще пока не было. Так вот, давайте мы постараемся сложить все эти части земного шара, чтобы не было таких подвижек и таких землетрясений. Давайте попробуем сложить их и соединить в нашем желании. Ведь мы в нашем желании находимся гораздо на более высоком уровне. Не живой, а растительный, животный, говорящий уровень. Если мы на уровне говорящего хотим быть слиты друг с другом, быть как один человек с одним сердцем, то, конечно же, мы не дадим земному этому шару взорваться. Так ведь? А иначе мы почувствуем такую сейсмологию, что это будет ужасно. Так вот, давайте, я думаю, что это все зависит от нас. Теперь, кроме того, что мы хотим только отменить землетрясение, вообще все негативное, что есть в этом мире, мы хотим это все отменить. Да, все негативное. Скажем, мы хотим вычистить весь этот земной шар от мусора, от всего того, что у нас есть в воде, в почве, в воздухе, всюду. Давайте очистим наше сердце. Если мы очистим наше сердце, а оно находится на самом высоком уровне, также и в том загрязнении, от этих мыслей, от этих желаний, если это мы все очистим, все очистится. Мы ведь думаем, как мы сможем очистить земной шар? Очень просто. Нет никаких проблем. У природы есть все силы. Все зависит только от того, как мы приведем их в действие. Задействуем наше сердце и начнем видеть, как весь мир становится чистым, прозрачным, чистым, воздушным. Это все зависит только от нашего желания. Так вот, у нас есть еще несколько дней до конгресса. Мы постараемся исправить себя, прийти к конгрессу с открытым сердцем у каждого. И тогда наш конгресс будет местом очищения мира.